Ребенок закидал снегом вечный огонь на площади Славы. Он несколько раз бросал снег в чашу, пока огонь не погас. Находящаяся с ним девушка никак на это не реагировала. Происшествие попало в объектив камеры безопасного города. Сотрудники администрации Дзержинского района обратились в полицию. Своевременно, по данному факту, в отделе полиции номер 17 была организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Работу вечного огня восстановили на следующий день. Как рассказали в администрации Дзержинского района, это не единственный случай вандализма на площади Славы. Вообще, вечный огонь заключен договор с Тагильской энергетической компанией на его обслуживание. То есть они периодически раз в месяц его выключают, производят очистку чаши и, как правило, достают оттуда или бутылки, или палки, или еще что-то. У меня огромная просьба все-таки провести с детьми профилактическую работу, вот объяснить, рассказать. Ведь у большей части населения столько родственников не вернулось с фронтов Великой Отечественной войны, поэтому это память прежде всего о них. Донесите до детей, что это не просто не делать, это кощунственно, это делать ни в коем разе нельзя. Я надеюсь, что в нашем городе такие инциденты больше не повторятся.